это особенно отрадно, что после стольких месяцев закрытых границ, карантина, мы вновь потихонечку начинаем восстанавливать двусторонние контакты. И, наверное, то, чего нам всем больше всего не хватало в период, когда действовали ограничения, это путешествие эмоций и тепло человеческого общения. Поэтому я рада вас тепло приветствовать сегодня в Москве. Болгария любима россиянами, является одним из популярных направлений, особенно для летнего отдыха. Граждане Болгарии тоже любят ездить в Россию. Конечно, тут взаимные потоки в этом смысле не в нашу пользу, но я надеюсь, что мы дальше будем развивать наши двусторонние сотрудничества в области туризма, и турпотоки с нашей, так и с вашей стороны будут только расти. Чем две страны взаимосвързат много добре, и, но не са една туристическите от Русия към България и от България към Русия. Разбира се, от Русия към България са по-големи потоци, но се надява, че взаимоизгодното сътрудничество ще продължи в обратната посока. Кризис, связанный с пандемией, конечно, в очередной раз очень четко высветил важность, подчеркнул важность туризма как такой стратегической отрасли экономики для стран. Причем это такая уникальная отрасль экономики, которая, с одной стороны, оказывает очень важное социальное влияние, важное социальное значение, дает людям возможность комфортно отдыхать, оздоравливаться, узнавать свою страну, узнавать мир. Познавательный через путешествия, это, наверное, туризм, наверное, вообще самый приятный способ познания окружающего мира и в первую очередь своей страны. Я думаю, что для вас это тоже актуальный вопрос. Очень важно, чтобы люди, помимо того, чтобы могли свободно путешествовать по миру, узнавать культуру и народы других стран, знали бы еще и свою страну, открывали для себя свою страну, имели возможность комфортно путешествовать внутри нее. Най-важното, което казвам, че туризм е много важно направление в икономиката и е важно хората да пътуват, но най-важното е да познаем собствената си страна. И в целом, то, что касается двусторонних отношений между странами, я уверена в том, что туризм является одной из тех отраслей, которые вносят наибольший вклад в укрепление связей и дружбы между народами. Потому что, когда ты путешествуешь по стране, ты узнаешь традиции, проникаешься любовью к той или иной стране, узнаешь лучше, узнаешь культуру. И ничто так не сближает людей и народы, как путешествия, как открытие для себя других стран. В этом смысле я уверена, что для укрепления наших двусторонних связей, развития туризма и взаимных туристических потоков будет вносить еще больше вклад в укрепление двусторонних связей и будет вносить свой такой неоценимый вклад в двусторонние связи, которые и так исторически тесные между нашими народами. Връзката между двата народа е много тясно свързана историческа и взаимоизгодно сътрудничество между двете страни. Ще бъде много изгодно, защото човек, когато пътешества и посещава дадена страна, той научава традициите, годината и въобще традиция на страната, в която се намира. Помимо такой
важные социальные и гуманитарные миссии роли туризма, я бы еще подчеркнула важное экономическое значение этой отрасли. Мы у себя в России увидели на фоне коронавируса то огромное значение, которое туризм имеет для экономики страны. Он влияет на десятки смежных отраслей экономики, более 50, создает миллионы рабочих мест во всей стране, особенно в высокий туристический сезон. И, конечно, сегодня мы смотрим на туризм как на стратегическую отрасль экономики, которая оказывает важные социально-экономические эффекты. И сегодня туризм в фокусе внимания как руководства страны, и мы сегодня работаем над тем, чтобы туризм стал и был закреплен как один из приоритетов по достижению национальных целей, которые в своем указе обозначил президент Российской Федерации. Туризм – это важное направление, которое приоритетно за русская страна, защото се оказва, че то е много важно економически и не само. Над 50 направления зависят от самия туризъм и също така има голям социално-економически ефект. Мы открыты к диалогу, готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству, будем рады обмениваться опытом. И еще раз добро пожаловать в Москву. Надеюсь, у вас полезная работа. Еще и возможность прогуляться по Москве, посетить наши музеи, сходить в прекрасные рестораны, бары и насладиться атмосферой Москвы, такой разной, исторической, культурно-познавательной, динамичной и, безусловно, современной будущей. Страна открыта к диалогу, обмена на опыт. Още веднъж добре дошли и се надява, освен на работни срещи, да имате време да обиколите Москва, музеята, ресторантите, баровете, да видите една Москва, която е устремена към бъдещето. Добро пожаловать. Добре дошли. Скъпа Зарина, така ще се обръщам към теб. Така е, Зарина, така го тебе обръщаться. Аз за втори път съм в Москва, тук бях през 2014 година. Я вот там раз в Москве, здесь сюда приезжала, 14 лет. Виждам, колко се развил града от тогава и колко е впечатляваш. Ну, как раз в Москве, город у нас колко впечатляваш. Российская Федерация забележителна со своите природни дадености и со своята красота. Российская Федерация замечательна с своими природными дадениями и своей красоты. Но най-важно, че България и Русия имат различни пространни отношения на дипломатическо и политическо ниво. Така че днешното ми посещение тук ще затвърди сътрудничеството, тъй като аз освен, че съм вице-премьер, ми беше вменен и мисъл на туризъм, който директно отговарям. На 24 юли бях избрана и за министър на туризма. Очень важны наши дипломатические и политические отношения. Самое важное будет вопрос на направлении, тогда я хочу двигаться к премьеру, а 24 июля меня уже выбрали министр на туризм. С тази промяна правителството даде примат на туризма и го издигна на по-високо ниво, защото туризма е на ниво вице-премьер на България. Это изменение, что означает, что правителство уделяет особое внимание туризму, у нас туризм уже на уровне вице-премьера. Както днес ние с теб подчертахме, туризма е най-засегнатия от пандемията COVID-19 сектор и най-тежко пострада. Мы с тобой сегодня уже отметили, что туризм тяжелее всех пострадал от COVID-19. И аз считам, че възстановяването ще бъде много плавно и в близките 2-3 години ще се възстановява от тази пандемия. Има предвидение, че всъщност възстановяването бъде очень плавно, но така че ще бъде трудно и със съвместното ни сътрудничество между държавите. То е ключово значение, както и добрите практики, а особено важно за нас като народи е възстановяването на пътуванията между България и Русия, от България до Русия и от Русия до България, за да може туристът потокът до страна на българите и на руснаците да бъде възстановен. Так что, конечно, он будет работать трудно, но это очень важно именно хорошей практикой, потому что мы должны восстановить туристопоток в два направления, как ваш к нам, так и болгарский приезжает. Така че аз много разчитам на теб, и още в момента, в който бях избрана, просто избирането ми съвпадна с откриването на изложението ОБЕК 2020, като още веднъж искам да благодаря на партньорството на Руската Федерация, че ние участваме днес.
аз очаквах тази среща с теб. Я очень рассчитываю на сотрудничество с тобой. Интересно, что мое значение в большой степени совпало с открытием этой выставки. Я благодарю, что вы нас пригласили, что я очень рассчитываю, что мы будем вместе работать. Много е важна дигитализацията на туризма. Аз съм вице-премьер, който отговаря за електронното управление, така че посредством смарт-устройствата ние много бързо ще осъществяваме нашата комуникация, а отделно с туризма е много важна реклама за социалната мрежа, която аз усилено застъпвам от страна на България. В этой отрасли я хотела бы поддержать, что для нас очень важна дигитализация, цифровизация нашей отрасли. Конечно, я буду поддерживать очень рекламу именно в социальных сетях. Долу на нашия штанд се презентират клипове, които са в рамките на 90 секунди, които бяха изготвени съвместно с Асоциацията на екскурзоводите и Министерството на туризма, като в рамките на 90 секунди екскурзоводи, които са изключително компетентни, разказват за красиви забележителности, които не са толкова често посещавани, но са изключителни, и това ние го разпространихме през социалната мрежа по целия свят. Будет очень интересно посмотреть на наши стенды, те фильмы, которые мы выпускаем. Значит, они только 90 секунд. Их вместе организовали Ассоциация гидов и Министерство туризма. И очень известные гиды рассказывают только в течение этих 90 секунд о тех местах, которые будут не так известны в Болгарии. И это мы распространяли именно как рекламу в социальных сетях. Ние изготвихме около 20 видеа, като имаме традиция да продължим изготвянето на видеата, но по момента са 20 видеа, които поетапно пускаме и те ще бъдат дадени на нашето посолство, за да бъде предоставено и на руските граждани посредством социалните мрежи. Мы сейчас создали около 20 видеофильмов, конечно, мы продолжим эту работу, но сейчас именно 20. Мы предоставим посольство, чтобы посольство оставило их вам. И сега да поминем малко в по-работен порядък. Аз считам, че ние много успешно работиме за подписаната през месец март 2019 година програма за съвместни действия в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономическото развитие на Руската федерация 2019-2021 година. Давайте ведем более рабочий порядок. Я считаю, что мы очень успешно продолжаем работать по подписанной в марте 2019 года программе совместных действий в области туризма между Министерством туризма Республики Болгария и Министерством экономического развития Российской Федерации, программа 19-21. Редовно провеждаме нашата двустранна среща в групата в областта на туризма. Регулярно проводим нашу двустранную рабочую группу в области туризма. А Министерството на туризма предприе редица стъпки, за да може България да посреща повече руски туристи. Министерството на туризма предпринимает ряд шагов, чтобы България могла принимать все больше российских туристов. Съвместно с Министерството на външните работи успяхме да проведем облекчения в процедурите по издаването на визи. Съвместно с Министерството на странен дел смогли внести облекчения в процедури за тече визи. Промените обхванаха различни категории потребители на туристически услуги, деца, хора с увреждания, собственици на имоти, лица, които са пребивавали в предишни години и други. Изменения охватили разни категории потребители туристически услуги, детей, людей с ограниченными възможностями, владельцев недвижимости, лиц, проживающих за предыдущие годы и другие. Бяха положени усилия визите да се издават в много кратки срокове поради интереса на руските граждани към така наречените last minute почивки. Были предприняты усилия по выдаче виз в очень кратки сроки, что было вызвано интересом граждан России, так называемым горящим тором. Визи се издават в 59 изнесени центъра в Руската федерация, като процедурите са ускорени до максимум. Визы выдаются 59 аутсорсинговых центров Российской Федерации, и процедура максимально ускорена. В консулските служби на България и Руската федерация са акредитирани само тези руските оператори, които отговарят на изискванията за работа с руския туристически пазар, като обмена на информация за сътрудничеството с Федералната агенция по туризъм и турпомощ е непрекъснат. Консулство България и Российской Федерации акредитованы только те российские туроператоры, которые соответствуют требованиям для работы на российском туристическом рынке. Причем обмен информацией и сотрудничество с Ростуризмом и турпомощью осуществляется на постоянной основе. Голямо признание за важността на страната ни за руския туристически сектор е продължаването на асоциираното членство на Националното представителство по туризъм в България в Асоциацията на руските туроператори АТОР. Большим признанием значимости нашей страны для российского туристического сектора является правление ассоциированного членства Национального представительства по туризму Болгарии в Ассоциации российских туроператоров АТОР. Министерството на туризма има отлично сътрудничество с отговорните за туризм
туризма, руски институции, не само на федералния център, но и с администрацията и бизнеса по отношение на руските региони. Министерство туризма отлично сотрудничает с ответственными за сферу туризма российскими ведомствами, не только с федеральным центром, но и с администрациями и бизнесом российских регионов. Ежегодно организуємо двустранні бизнес-форуми и участвуємо в голям брой туристических изложений в цяла Русия, в Москва, Санкт-Петербург. Като звали на Санкт-Петербург е много важен за нас и аз отварям скобата, че ние трябва да продължиме да работим в сътрудничеството по отношение на бъдещия чартер, който ще бъде София-Санкт-Петербург. Ежегодно организуем двусторонние бизнес-форумы и мероприятия, участвуем в многочисленных туристических выставках на территории всей России, Москве, Санкт-Петербурге. И за один пути я хотела бы открыть слово и сказать, что мы должны работать над будущим чартером на Софии Санкт-Петербург. Много важно е да се каже, че ние участваме също в туристическите изложения в Екатеринбург, Казан, Калининград, Калуга, Самара, Твер, Тамбов, Топлос, Ханти, Макси, Уфа и други. Очень важно, конечно, отметить, что также участвуют в выставках в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Калуге, Самаре, Твери, Тамбове, Подольске, Ханты-Мансийске, Уфе и Петербурге. Министерството на туризма също така участва в много от мероприятията, които са организирани от Руския съюз на туризм индустрията, от Асоциацията на малките туристически градове, както от Уралската асоциация по туризъм и Туристическата асоциация на регионите, Федералната програма също така, Живе Европа и други. Министерство туризма участвует и в большом количестве мероприятий, организованных Российским союзом туриндустрии, Ассоциация малых туристических городов, Уральская ассоциация по туризму, Туристическая ассоциация регионов России, Федеральная программа «Живые уроки». Бих искала да ви уверя и в мое лице да знаеш, че имаш приятел и да уверя Руската федерация и представляваната от теб институция, че Министерството на туризма ще продължи да работи България да се реализира все по-успешно като целогодишно туристическо направление на руския пазар, както и възможностите, които да отвориме с пътуванията, за да може и българските граждани да посещават Руската федерация. Хотела бы заверить и заверить, в моем лице ты действительно имеешь опыт. Министерство туризма и я продолжим работать во имя того, что Болгария все успешнее реализовала в себя как многогодичное туристическое направление на российском рынке. Очень важно нам открыть, конечно же, границы, дороги, также чтобы и включить наших российских граждан, конечно, но в условията на продължаващата пандемия от COVID-19, аз считам, че от ключово значение е да продължим нашето ползотворно сътрудничество, като туристическия сектор първи най-силно усети негативните ефекти от коронавирус кризата. Близо 13-та туризма отношение функционираше по затворени граници и наложени противоепидемични мерки и ограничения, които ние имахме като ограничения от всякакъв вид пътуване, дори и тези вътре, както подчертах и долу в панела на самата държава. И представих и предметите, които българското правителство предприема в тази посока, като аз считам същите за навременни и те облегчат максимално туристическия сектор. Условия продължаващите пандемии, связани с COVID-19, я считаю крайне важно продолжить наше благотворное сотрудничество. Сектор туризма первым сильнее всех ощутил на себе негативные последствия кризиса из-за коронавируса. Почти 3 месяца туризм не функционировал из-за закрытых границ и введенных противоэпидемических мер, ограничив все виды поездок. Я подчеркнула это и на панели, даже внутри страны все это было ограничено. Конечно, болгарское правительство приняло соблюдение меры, чтобы максимально облегчить туристический сектор. Я это уже подчеркивала, эти меры действительно были очень эффективны. Искам да подчертая, че България безупречно спазва предписаните от Министерството на здравеопазването и Световната здравна организация противоепидемични мерки и ние можем да се кажем, че сме безопасна здравословна дестинация, която категорично и рестриктивно спазва мерките във всички места за хранене, развлечения и настаняване. Я хочу сказать, что мы среди всех стран, которые очень строго соблюдаем все меры. Гостиницы, рестораны, места, питание, все соблюдается. Всяко място за настаняване и за развлечение при входа се мери температурата на туриста, като персонала оборудва с предпазни средства и помещенията се дезинфекцират съобразно предписаните от здравните власти правила. Сперва при входе везде влияет температура. Все, кто работает, имеют соответствующие средства. И главное, что все постоянно очищается. Аз считам, Зарина, че ние трябва да направим всичко възможно в нашите усилия, в институциите, които управляваме, да успеем да преодолеем тази психоза, която туристи има, а именно страха от заболяването. И това може да стане само с безупречно спазване на мерките. Зарина, мне кажется, очень важно защитить следующее.
преодолеть тот психоз, который есть в туристе, потому что он боится. Как вы это сделали? Когда мы будем соблюдать этих? Когато турист е уверен, че всичко е безопасно, че всичко е стерилно, че наистина мерките се спазват, той ще направи своето пътуване, няма да го канцелира. Если турист уверен, че все стерилно, все безопасно, когато турист уверен, че ли? Виждаме, че в момента ситуацията е такава, че плавно започваме така да се движиме, но това е плавно. Сейчас такая ситуация, видим, вы плавно выходите, но очень плавно. Так а я считаю, что в близкие две годы мы так же се восстановляваме плавно. Я считаю, что в ближайшие два года мы именно так и будем останавливаться медленно. Вземайки под внимание, казваме до момента и в контекста на отличното ли сотрудничество, бих искала да отправя някакво конкретно предложение за съвместни действия и инициативи. Принимаю во внимание сказанное до сих пор в контексте нашего отличного сотрудничества. Я хотела бы сделать несколько предложений совместных действий. Предлагам да обсъдим и да набележим съвместни действия с цел увеличение на броя на туристите, пътешестващи между двете държави, а също да оказваме в рамките на своята компетентност съдействие по отношение на облегчението на формалностите, свързани с туристообмена и потока между Република България и Руската федерация. Предлагам обсъдить и наметить съвместни действия по увеличение количества туристов, путешествующих между двумя странами, а также оказать в пределах своей компетенции содействие в упрощении формальностей, связанных с туристическим обменом между Республикой Болгария и Российской Федерацией. Предлагам да активизираме двустранното партньорство между туроператорите на двете страни, като окажем съдействие за осъществяването на двустранните връзки между заинтересованите туристически организации. Предлагаю активировать хорошее двустороннее партнерство между туроператорами и обеих стран, оказать содействие для осуществления двусторонних связей между заинтересованными туристическими организациями. Също така предлагам да продължим обмена на информации и презентации за нови туристически продукти, направления, проекти, презентации, доклади на участници и други. А также предлагам продолжить обмен информацией, презентациями нових туристических продуктов, направлений, проектов, это презентация, доклады участников. Предлагам да продължим добрата практика в рамките на своите компетенции, да оказваме съдействие на туристите, които се намират на територията на съответната страна. А предлагаю следить на месте совместные действия по увеличению количества туристов и оказывать им содействие, когда они находятся на территории соответствующей страны. Също така предлагам между двете страни да продължи сотрудничеството в областта на осигуряването на безопасност по време на престоя на туристите, както на територията на твоята страна, особено при организацията на детски отдих, така и при нас, тъй като това е още нещо подчертавам, изключително важно значение. Предлагаю, чтобы обе страны продолжили сотрудничество в области обеспечения безопасности во время пребывания туристов на территории страны. А если что касается вашей страны, что детского туризма, а также, конечно же, на территории нашей страны. Двете страни да продолжат да работят за активизиране на контактите между учебните заведения, като вече има редица университети и институти в Москва и регионите в България, които обучават кадри за туристическа индустрия и си партнират в учебния процес обмена на студенти и кадри в областта на туризма. Предлагаю, чтобы обе страны продолжили работать во имя активизации контактов между учебными заведениями уже ряд университетов и институтов в Москве и регионе. А также в Болгарии готовят кадры для туристической индустрии, являясь партнерами в учебном процессе, обмениваясь студентами и кадрами в области туризма. Също така предлагам в двете страни да продължим да работим и руските студенти да се мотивират да провеждат своята лятна и зимна практика в България и българските студенти в руските курорти. А также предлагаю, чтобы обе страны продолжили работать и мотивировать российских студентов проводить летнюю практику, зимнюю практику в Болгарии, а болгарских студентов в российских курортах. Една добра стъпка в по-нататъчното активизиране на двустранните ни отношения би било организирането на българо-руски туристически форум в България през последното тримесечие на годината, който да бъде посветен на оздравителния и балнеотуризъм след глобалната пандемия от COVID-19. Като част от подписаната между Министерство на туризма и Федералната агенция по туризъм програма за съвместни действия. Хорошим шагом дальнейшей активизации наших двусторонних отношений стала организация Болгаро-Российского туристического форума в Болгарии в последний квартал 2020 года, посвященный оздоровительному и бальному туризму после глобальной пандемии и вызванной COVID-19, что было бы частью подписанной между Министерством туризма и Федеральным агентством по туризму программы совместных действий. В заключение бих искала да отправя покана към теб да посетиш България като един чудесен повод и това би било най-доброто събитие, именно този българо-руски форум, туристически в България, който бихме могли да осъществим през последното тримесечие на 2020 година и той да бъде посветен на оздравителния и балнеотуризма след глобалната пандемия от коронавирус COVID-19.
заключение хотела бы направить конкретно тебе приглашение посетить Болгарию. И чудесным поводом для этого мог бы стать Болгаро-российский туристический форум Болгарии, который будет в последнем квартале 2020 года. И мы могли бы ему посвятить, конечно, оздоровительному бальному туризму после глобальных пандемий, вызванных COVID-19. И още веднъж искам да ти благодаря лично за това, че имам възможността днес да открия с теб изложението Оптек 2020, тъй като считам, че това не само ще засили двустранното на сътрудничество, а и ще създаде много тясна комуникация при тези условия, в които ние работим, защото още веднъж подчертавам, ние трябва да работим ежедневно и трябва да си комуникираме. Аз комуникирам с моите партньори от страните онлайн, постоянно и по телефона. Все пак ние вече живеем в съвременното общество и цифровизацията е много активна, така че тези добри практики и най-добрите решения, които бихме могли да вземем, обсъждайки конкретните проблеми, биха били най-полезни в тази ситуация. И хотела бы еще раз лично поблагодарить, что у меня была возможность вместе с тобой совместно выступить, потому что, конечно, важно было двустороннее сотрудничество, но особенно важно именно наша личная связь, потому что в нашем мире можно общаться онлайн, можно общаться по телефону, и я так стараюсь работать со всеми странами, именно в тесном контакте. Така работя и с колегите от Европейската комисия. Наистина, двустранното сътрудничество между конкретните държави ще бъде много важно по отношение на възстановяване на обмена в туризма, тъй като това ще стане бавно и плавно, както се вижда в момента. Именно така е работа с Европейской комисией. Очень важно именно двустороннее отношение, двустороннее связь, потому что, как мы уже подчеркивали, будем заниматься. Аз считам, че с Руската федерация това няма да е проблем, тъй като България и Русия са два приятелски народа. Това са моите контакти, мобилния телефон и дорога Мария. Спасибо большое. Спасибо. Always in contact. Но на самом деле мы, как я уже сказала, открыты к диалогу, сотрудничеству. Действительно, наши сердца, с одной стороны, полны оптимизма, потому что то, что касается нашей страны, конечно, туризм, пожалуй, впервые оказался в центре всеобщего внимания, и впервые на туризм и болотные страны, и в целом люди посмотрели как на такую очень важную перспективную отрасль экономики. Поэтому мы готовы к сотрудничеству, мы готовы к диалогу на благо развития двусторонних связей. И в том, что касается взаимного открытия границ, готов тоже в части своих компетенций участвовать в переговорах. Вы знаете, что решение об открытии границ принимается в том числе по итогам переговоров между Министерством иностранных дел, Роспотребнадзором стран, и происходит на взаимной, соответственно, основе. Поэтому мы со своей стороны готовы быть с вами в контакте и, вот еще раз скажу, в части нашей компетенции готовы максимально поддерживать и максимально способствовать тому, чтобы мы вновь стали друг другу ездить. Открыты са към диалог и сътрудничество. Те са с оптимизъм в сърцата за това, което ще се случва. За първи път в тяхната страна туризмът се постави на първо място като най-главна, на първо място като най-главна цел за възстановяване и отношение в икономиката. Те са с отварянето на границите, както знаете, зависи от няколко, значи от Министерство на външните работи и от Роспотребнадзор, но ще работят и по двете направления и се надявам на взаимна основа да се работи всичко това. Те са готови да поддържат контакт и да подпомагат всичко, т.е. туризма да се развива. И аз съм така, и ние сме готови, така че за Вина с теб ще продължим нашето сътрудничество. И аз съм изключително уверена, че нашите усилия ще убедят и здравните власти, и на дипломатическо ниво ще положим такива усилия, за да можем да премахнем бариерите за пътуваните. Я даже также готова. Я уверена, что мы с тобой будем работать. Очень важны наши усилия, потому что мы должны работать с здравоохранительными властями и, конечно, и по дипломатическим путям. Аз ще имам тук срещи с големите туроператори, които оперират на българския пазар.
Така че ще предстоят ми в рамките на тези два дни изпълнени с срещи и се надявам по този начин да постигнем поетапно засилване на отношенията до толкова, доколкото ние можем да способстваме от позициите, които ние заемаме по отношение на това да преодолеем тази пандемия COVID-19 и да започнем плановото възстановяване в сектора, именно туризма. Няма всъщност много срещи, пока е в эти два дня. У меня встреча с большими туроператорами, которые работают на нашем рынке. Эти встречи, конечно, важны. Очень важно, чтобы мы все-таки работали вместе и поэтапно совместно входили, насколько наши институции, которые мы с вами управляем, могут содействовать этому процессу. Спасибо, Илья. Все, что касается с нашей стороны, я и коллегам своим дам сигнал и всех предупрежу, всех попрошу максимально подойти по-дружески, с таким человеческим абсолютно подходом к такому поэтапному выходу взаимному из карантинных мероприятий, из кризиса. Вы там можете на мою поддержку все рассчитывать. Все, что касается взаимного интереса двух стран, укрепления наших и так тесных историко-культурных связей, мы готовы работать, что называется, не покладая рук, можете на нас все доложиться. Спасибо. Да, и на самом деле огромное отдельное спасибо за ту дружескую атмосферу, которую вы как-то сразу обозначили, перешли на «ты». Я всегда за такое неформальное общение, за дружеский диалог. Мне кажется, сама в целом индустрия гостеприимства располагает такому очень тесному, приятному человеческому общению. Я рада, что вы такой теплый, открытый человек. Я полностью поддерживаю такой открытый дружеский диалог и готова с вами сотрудничать. Вы совсем недавно в туризме, я тоже относительно недавно, буквально с прошлого года, это с точки зрения выстраивания отрасли, это совсем маленький срок, поэтому мы как две новые для туризма девушки, я думаю, что будем точно поддерживать друг друга и двигаться к укреплению дружеских связей между нашими странами и развивать там условную индустрию гостеприимства, которая, еще раз подчеркну, носит, наверное, на один из самых больших вкладов в укрепление связи между народами и в дружбу стран. Благодаря, Илья. Имаме сега да ви благодаря един подарък, който е много традиционен за нас. Да, интересен. Това е копието на Лозепското съкровище в България. Велопробега и так далее. Приезжайте в Болгарию.
сценарию, вам это понравится. Есть еще винный туризм, такое направление, которое объезжаете разные винные погребы, маленькие, исключительно вином, исключительного качества. Оно принято во всей Европе, мы знаем, что еще. Болгария очень интересная, как в историческом плане. У нас многовековая, правда сказать, больше 13-вековой истории, вернее, больше 50-вековой истории. Древняя история цивилизации в Европе. У нас найдено самое древнее золотое сокровище в мире. 5000 лет до новой эры, уже больше 7000 лет, это в Варнинском микрополу и Варнинское сокровище. Есть еще не так древнее, но все равно начало Христа. Это Панагюрское золотое сокровище. Эти у нас бесценные коллекции, они объезжают весь мир. Их показывают по так что приезжайте, мы будем рады встречать вас в солнечной Болгарии и летом, и зимой. Круглый год. Спасибо большое.